Всем привет, дорогие друзья, с вами Ярослав Соловей, он агроблогер. Сегодня мы будем играть по названию симулятор автомобиля. Так, ребята, сегодня, если ты поставишь лайк, подписывайтесь на мой канал, если ты не поставьте, вы не поставите, то боюсь, вы получите замечание. Ну, приятного просмотра, а мы начинаем играть. Эту игру по названию симулятор автомобиля. Так, ну камера другой нема. Жаль. Так, ребята. Ну так, поехали. Только вот что ты понял. Ну. Приятного просмотра. Мама против папы. Так, только снимает это Вадим Поляк. Так. Ну, пустите, девушка. Я смотрю на него. На ней. Она на меня, ребята. Что за девушка, блин, поехали отсюда, блин, что это, блин, было, что, блин, было, что за было, пипец. Я сегодня на зубили катаюсь. Но мне надо другое, у меня денег нету. Но мне надо деньговать новую. Новую восьмерочку зубила. Вот смотрите, как где симулятор автомобиля 2. Потом завтра я буду с ним снимать. И сегодня выложу видео. В игре. Это про игру симулятор автомобиля. Господа, ребят, сейчас затюлингуем мою восьмерку. Так. Ярослав, давайте. Ах, Ярослав. Потому что он не влезет. Мамбрая может. О, надо затюлинговать. Нам надо тюнинг, ребята. Корзию 130. Нам. Так. Мама против папы. Что? Я боюсь. То боюсь. О, черненький. Вот такой. Пынт. Можно красить? Можно красить. Дождем рекламу. То боюсь. Надо затюнинговать черную. То боюсь, может ты понял, ребята, сейчас ждем рекламу, пока я переключаюсь. Ребята, мы сейчас, вот смотрите, какая черная восьмерка, зубила. Плеер, давайте. Понял.
готово. Диски. Так, диски. О. Вот такие. Нет. Специальные кольные. Сейчас. Ребята, сейчас. Надо выкрутиться. Кашлем быстро. И никогда я не болела. Ага, ну вот, доктор не здесь, блёк, кашлем Петра. Ну давай вот такие колёсики, зато мы за тюлинговали, выйти. Так. Вот мы поехали, вот игра, кажется, как кажется, бля, тогда в музыку, эй, моя малышка, ты чего? Поехали на эту гонку, как сиквей. Ну, я смотрел про это. Про заправку бага. Зачем тут музыку? Ну, зачем ему нужна? А где у нас задание? Не понял. Где у нас задание? Где у нас находится? Находится на карте. Нажимаем карту. Карту нажимаем. О, находится здесь. О! Ладно. А все будут восьмерки. Все будут восьмерки, ребята. Все будут восьмерки. У меня 800 тысяч. Где нахожусь? Я нахожусь. Я вот здесь нахожусь. Где ты зелёненький, который я на ютубе видел? Это... Снайк. Стик, может, ты знаешь, где находится зелёное задание? Задание. Это зелёное задание. Задание. Так, назад. Назад, назад, назад. А теперь куда? Ой, кажется, я забыл. Не понял, где должна задание? Зеленая. Миссия зеленая должна быть. Должна быть не зеленая миссия. Что за машина такая мне толкающая? Туманный.
Синий, 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 синий. Очень далеко. Далеко. Так, ребята, мне надо найти задание. Зеленые. Ну, начнем эту, а потом... О, это реклама. Синий. Мы пытаем. Синий. Где находится, блин? Где находится это задание? Это что за задание? Ты синий. Синий. Так, поехали. А что за машина? У меня. После меня стоит. Синий. Быстро. Вылетаем. Синий. Иду по пьяному туману. Вылетаем. Синий. Мы остаемся. Синий. Иду по пьяному туману. Ору. На аэропорт летит. Иду по пьяному туману. Вылетаем. Ребята, да-да, пролетаем. Синий. Да, отпускаю. Ладно, можно движение. Я. Тогда синий. Иду по пьяному туману. Так, ребята, поехали. Пора успевать. То будет миссия выполнена. Если нет, то будет миссия провалена. Сейчас пора. Вылетаем. Аккуратно. Ребята, когда нога сломалась у Разика, ребята, помните? Ну, я посмотреть на него, то ссылку оставлю в описании. Если скачивай симулятор автомобиля, два, я ссылку поставлю в описании. А мы начинаем. Сейчас уже успеваем, ребят. Уже почти до порта. До порта он уже. Когда же я буду на аэропорту? Так, где я? Синий, иду по пьяному туману. А, отпускаем. Синий. Отпускай вообще, мы движение. Синий. Отпускаем, сейчас
Конечно, ребята бы не успели. Рестарт. С ребятами не вся провалена. Только же, ребят, не вся провалена, конечно, да. Тип. Синий. Иду по пьяному, туману. Отпускаем. Мне нравится этот мастер здесь. Отпускаем. Новое движение. Синий. Иду по пьяному туману. Полетаем. Отпускаем. Это не как. Это как у меня куплен. Ну. Иду по пьяному туману. Иду по пьяному. Синий. Отпускаем. Можно движение. Движение. Синий. Нам отпускаем. Можно я движение. Синий. Поехали. Вот поехали. Аккуратненько. Так, на всю эту игру надо пройти. Да что такое? Что за машина такая? Отпускаем. Можно я движение. Иду по пьяному туману. Ну. Масынка. Какие? Сейчас надо улетать. Нам не надо улетать отсюда. Отпускаем. Можно я движение. Синий. Иду по пьяному туману. Сейчас мы не успеем. Мы не успеем, ребята. Скореться надо. Надо скореться. Что такое? Что за реклама? Дуб. Да, пора скореться отсюда. Потому что уже дуб. Что за машина якова? Так, поехали к этому месту назначения. К мафии. Надо зубра. Синий. Все, подъезжаем к тому месту назначения. Сейчас подъезжаем. Как мы выберемся? Ребята, это жесть. Побежим, Матвея. Нам не убежать. Упомогаем. То поиграем в симулятор автомобиля 2. Симулятор. Да я не могу! Я еще в телефоне. Отпускаем. Можно я движение. Иду по пьяному туману. Иду по пьяному туману.
Полетаем. Всем привет, дорогие друзья. Короче, возвращаюсь в этот автомобиль, симулятор автомобиля 2. Всем привет, пацаны, с вами Торги Дрази, короче, возвращаюсь в этот автомобиль и симулятор автомобиля 2. Всем, так, ребята, мы попали в игру симулятор автомобиля 2. Возвращаюсь в этот, поехали за Ниссаном GTR, но, конечно, у нас не было Ниссана. Такого GTR. Но только у нас не было. А сейчас уже сбудет. А смотрите, что это за... Смотрите только. Так, поехали. Только. Зуб. Ой. Нету. Поехали отсюда. Поехали отсюда. Что со шваром происходит? Посмотрите, что со шваром происходит. Покатаемся на патриоте. Ах, синий, отпускаю Бен. Еще кто-то. Босс, а потом с ниндзя. Ультра ниндзя. Радуш тема. Какой-то вообще. Отпускаем мост. Мы врезались с ультра-ниндзей. Ультра-ниндзя. Уже два машинок. Если никого нету, уже есть то... Это кто-то есть. Ну, можно обгонять. Еще ультра-ниндзи немая. Так. Открывать. Нет, не хочет. Он как выползает, а ну-ка, и вот этот тоже беленький. Вот эти три, ребят, горячие и холодные, и это челлендж. Я шел по улице. Он мне вот так, привет. Он говорит, давай. Еда челлендж. Копяков и Инди. По улице. Смотрите, что я нашел. Акула. Я думал, что не сам житер. А тут же акула. Будете смотреть, как вызву акулой. Акула.
Так, ребят, вы это слышали, этот звук акулы? Тут не надо купить, а у меня же денег, а у меня есть деньги. Это на река хотел, скины, смотри. А, Люченька, закрыто! И мужичок тоже закрыт. И мужичок тоже закрыт. Адидас в повозке 3-2 раз. Ты сука, ты, ананас, Адидас в повозке 3-2 раз. Ты сука, ты, ананас. Я настроение, Так, мне надо, я смотрю кокосу. Я никому не говорю, что кокошку, какашку не испортил. Я, конечно, я в туалете. Сижу, и мы играем. Я сижу и какаю. Ну, я уже покакал. Ну, поехали. Ладно, 4. Ребята, это... Это не Глент, это не Кобяков. Вы этого человека еще не знаете. Свой канал Кобяков и Инди. Надо купить нам дом в игре «Семена Кобякова». Если ты его купишь, то поставлю ссылки в описании. Да, конечно. Скачивайте «Семена Кобякова». Если вы скачали, то поставлю в описании. То напишите в комментариях, кому нравится эта игра симулятор автомобиля и Car Simulator 2. Все, поехали. Валим отсюда. Все, валим. Приятного просмотра, ребята. Чтобы было много просмотров. Ты боюсь. Вот что ты понял. Ты боюсь. Ты боюсь. Вот что ты понял. Так, теперь. И хаона. Еда челлендж. Кобяков и Инди. Николай здесь нету! Нет, я сейчас не могу. Так, ребята, сейчас поехали. Да задание какое-то. Смотрите, что со шлангом происходит. Ку-ку. О, ладно, чудо. Ребята. Это не Кобяков. Горячая и холодная. Не до челлендж. На свой канал Кобяков и Инди. А мне вот так привет. Вот говорит, давай. Ладно, 4. Ребята, это не Глент. Это не Кобяков.
Вы этого человека еще не знаете. Горячая или холодная? Я на челлендж. Давай поехали в дави на газ. Вы к заданию спринт. Заезд спринт. Вот, смотрите, дави на газ. У кого патриот дымая? Наверное, дымая у нас патриотика. У кого нету, а у меня у нас есть. С вами Франкин. О, смотрите, у кого нету патриота, жеребец, и еще один жеребец, и еще волк. Ну, Алекс, да. Я смещаю весь район мои шнурки. Прикинь, ананас, анидас. Ребята, мы сейчас проигрываем. Настроение ананас, ананас. Настроение ананас, ананас. Я освещаю весь район. Мои штуки пики. Ананас, ананас, вот под носки. Два раз. Мы заново. Во, ладно, что-то ли. Ребята. У кого нету патриота, жаль бы. О, есть у него патриот. У кого? У китайского. У этого патриотика. Он тоже играет в китайскую симулятор в Томми Билли 2. Да, лазерный меч в доме. Игре симулятор Томми Билли 2. Надо вообще. Джангу, блин. Че машина не заводится? Блин. Жаново. Горячая или холодная. И да, челлендж. Настроение. Ананас. Ананас, ананас, ананас,
Сервиса Изи, сервиса Изи, сервис Инстаграма, сервиса Изи, сервис больше пропущенных мам. Изи, и я освещаю весь район мои шнурки. Прикинь, ананас, адидас, вот повозки 3-2 раз. Горячая или холодная еда челлендж. Это свой канал Кобяков и Инди. Ну, ребята, мы сейчас проигрываем. Ладно, 4. Ребята. Если когда проиграли, то можете дизлайки поставить. Это ужас. Это ужас какой-то. Настроение ананас, адидас. Ку-ку, вот сейчас почти обгоняю. Сервисы из Инстаграма, даже сервисы изи, свой ваши пропущенных мамы. Все, наконец-то мы прошли. Уже 3 раза победили. Мы первый раз, мы же проиграли. Ну ладно, 4. Ребята. Это не Глент. Это не Кобяков. Вот этого человека можем не знать. На свой канал Кобяков и Инди. Инди. Я сегодня шел по улице и вот встретил вот этого человека. Да, вот. Ребята. Ты чё, блин? Ноги свои волки. Мы сейчас проиграли, ребят. Надо заново. Фальки. И у меня патриот есть. Из задания по крайнам. Систент. Ну-ка, получится или не получится? Не получается, блин! Уйти с миссии надо в другую машину. Надо другую машинку принести. Венеру, наверное. Чистим. Все, я вышел. Ладно, 4. Да. Что ты сказала? Что ты сейчас сказал? Кстати, не понял, какой там обзорный. Включай видео. Нет, еще. Кстати, у тебя понял, какой там обзорный. Что ты сейчас сказал? Мои. Ребята, мои тапки потерялись. Блин, я же все равно бардак сделал. Надо убегать. Сегодня так. Гараж сейчас. Так, Венера. Веняк уже куплена. Вот, смотрите, черный веняк. Поехали. На них обгонять на этой драть в центре города. Все, поехали. И нам дом надо купить в игре 300 тысяч. Нам надо, чтобы покупать домик.
Бегрейсинг симулятор автомобиля 2. Так, нам надо совсем купить домик. Домик надо нам купить. Купить нам домик. Домик надо нам покупать. Который дошли домика. Дошли свободного езда. Помните этот домик? Нам надо тут купить домик нам. Ребятам, скоро надо купить домик себе. Плееры все. Два плеера. Сейчас мы обгоним их. Меня зовут Яся 84. Плеер один, плеер один. И ребята. Это не Глент, это не Кобяков. Кто на канал? Кобяков! Все, поехали купить домик. С собой домик. Не вот такой. Не вот такой, ребята. Не вот такой дома. Ну, мы в следующий раз купим домик. Вот этот. Нам надо 20 февраля надо оценить игру. Космолятор 2. Инстаграм, модернизация и 48 пропущенных мам. Сейчас вам покажу домик. Ребята. Так, вот так. Пока я переключаюсь. Так, good night. Да. Нам не получается, ребята, переключить. Вот, смотрите, какой домик. Владец дома. Я владец дома, ребята. Я владец дома. Вот это зло, ребята. Это зло. Сейчас найдем лазерный меч. Лазерный меч мы сейчас найдем, ребята. Поднимаемся. Надо за следующий раз идем. Еще один домик. Вилла надо покупать. Нам вот такой, ребята. Красивый. А в балконе тут лежит лазерный меч. Вот, я вижу его в окне. Лазерный меч. Тут. Ого. Лазерный меч. Ого. 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 Так. Все, я все взял. Я все взял. Биту, пистолет. Лазерный меч и пистолет. Давай посмотрим звук. Какой звук лазерного меча. Это слышали, ребята? Какой звук лазерного меча. Вот это зло, ребята. Поэтому смотрите, кухня. Можно утром завтрак кушать. Кушать, ребята. Можно кушать завтрак. И на другом доме. Тут я буду спать. Если вы купили дом в игре Симулятор Автомобиля 2. Если поставьте лайк, то посылку поставлю, в описании поставлю. Ух, холодильник! О, можно покушать жирную еду. Можно на холодильничке. Так, ребята, вам нравится домик? Если да, то поставьте лайки. Лайки. Я 84. Так, Яся, 84. Яся, 84, как на Google игре написано. Имя Яся, 84. Вот смотрите, мой телефон пикается, ребята.
Вот это зло, ребята. Вот, Аленка. Она в игре попала. В игру. Цена. Кристина. Я думал, что Аленка. Спасибо. Обращайтесь. Спасибо. Спасибо. На украинском спасибо. Ой-ой. Например, ананас, адидас, томаса ич. О, цевин вот здесь. Музыка Европа плюс. О, я нашел. Вот здесь он. Сейчас я мы сейчас подъезжаем к нему. И мы вместе будем. Он же ждет меня. Так поехали вместе с ним. И я побеждаю. Я сейчас. Кну! Мись у меня. Ну что? Что? Вот это звонило, ребят. Тойота. Кэмри. Вот на 200 метров. Тойота. Нам 17 тысяч. Опять настроение. Так, ребята, уже Тойота Кэмри уже. А где Тойота? А, только я уже опоздал. Он же уехал. Ну вот, жаль, что он уехал. Ну, ребята, сейчас. Вот это зло, ребят. Если переходите на Facebook и на Instagram и к нам в ВК. Если да, то я ссылку поставлю в описании. А с вами Ярослав Соловей, он агроблогер. Всем пока-пока. Увидимся завтра.